Русские рэперы, которые по сути не являются русскими. Первое место. OG Buddha. Настоящее имя артиста — Григорий Ляхов, и родился он в России. Но не стоит заблуждаться. Свое детство Гриша провел в Венгрии, где учился в школе Будапешта. Отсюда и произошел ник Будда. Там совершенно другая культура, которая и сформировала его стиль. Артист признается, что вдохновляется такими западными артистами, как Дрейк, Young Thug, Playboy Carti. Только послушайте, как свободно артист говорит на английском. Like, hey, listen to me, I ain't trying to be rude or anything, but look, my boy, man. Bro, who do you think you is, man? You a ninja, samurai? Bruh. И даже читает на нем. Похоже, что вы слушаете совсем не русский рэп, а просто адаптацию американского. А теперь подпишись, поставь лайк и переходи смотреть больше видео о рэперах.